Ну, я начну подкаст. Ну, я записываю экранное видео, и заодно будет слышно о том, что мою реакцию, так сказать, окей. Пробелом. Ты не знал, что можно пробелом открыть. Никитка, не трогай ноут, мамин. Окей, первый бустер очень очевидный. Ваши существа адаптируются, not bad, но... Ой, вот это очень топовый зверь, по-моему. Ну, это очень неплохо. Вот. Эти, ну такое, не знаю. Ну вот это, вот эти две, в принципе, ну другие там, две карты нормально. Ну это для мулок, это вроде неплохо. Я подсказываю, что ты эти все, мама, переходи. Ой. Да. Вот это очень хорошая элементария. Огненный гейзер? Я думаю, это канава. Но у меня второй уже зеленый день на шее. Ну то есть, предвещаю, еще друида, ну это не топовая карта, но... Ну это карта под квест. Под квест, да. Клевые бустера, все по 40 пыли. Ну, образно 40 пыли. Минимальные бустера. По-моему, все это дно, кроме вот это. Это вообще, по-моему, синие. Синие мне хорошие приходят. Фу-фу-фу. Лучше бы, конечно, приходили легендарки. О, фиолетовые, синие, нормально. Метеорит. Ну, заметь, зеленая длина шеи, третья штука. Это тоже уже вторая. То есть, типа, белые карты просто они не рандомно падают, они падают просто. У тебя есть вероятность какая-то больше всего на определенные карты. Мурлок уже тоже второй. Вот. Древняя длина шеи тоже уже вторая. У меня длина шеи, просто и мурлоки почему-то. Друид у меня уже все, застаканы. Гоним дальше. Ну, две синих. Споры роста. Друид просто. Друид мой класс. Элементаль воздуха. Ну, так, ну, такое. Ну, под элементалей. Хотя, да, под элементалей. Вот. А, подожди, надо же открывать. Я неправильно порядок выбирал. Раз, два, три, надо так открывать. Не помогло. Детеныш ящера. Нормально вроде бы. Вообще, по-моему, очень неплохо. Опять же, под квест. Вот, детеныш ящера нормально. Ну, в принципе, иллюзия еще на рогу нормально, я думаю. Я надеюсь. Ага. Вулкан. Вулкан, наверное, not bad. Наверное. Пока. Я все эти пиво пробовал почти. Мы же заказывали с Костей в Киев доставку. О, еще одна фиолетовая. Привет, кусачник. Получает. А, это то, что ты говорил. Как-то маленький Ван Клифф. Да, маленький Ван Клифф. Вот. Я надеюсь, оно записывает голос, иначе мы так. Я так активно говорю, просто так. Ты смотри, фиолетовый после. Опять что? What the fuck вообще? Комбо. Надеюсь, будут колоды на нем, и я уже считаю, я собрал. Правда, у меня на руку до сих пор нету препарейшена из нестандартной колоды. Ни одного препарейшена. Зеленая длина шея, третья штука. Привет. Не четвертый? Я, может, четвертый. Выключи, солнце. И еще одна иллюзия. Ну, тут просто белые карты повторяются. Тут их там белых карт около 80 штук. Ну, в принципе, большая вероятность, что они будут повторяться, да. Так, адаптация, может быть, нормальная будет. Ну, за подквест паладин, да. Давай начнем отсюда. О, топ, эти у меня уже тоже были в прошлом. Этот уже третий, по-моему. А этот, может быть, вполне даже зайдет. Ну, 1-1. Ненадолго он зайдет. Да. Давай начнем с этого. Не помогло. Первая варьер карта, по-моему. Отлично, нам же нужно тогда, если он сейчас не поспит, нам нужно покушать. Гигантская оса. Ты уже покушал? Все то же. Блин, вот эти уже. Ну, у меня тут уже пошла пыль просто. Я уже прошел 15-16 бустеров. 17-й бустер открываю. То есть просто. Вот эти две карты. Это дали мне золотую. Мы хотели по бустерно. Нет, такого не слышал. Вот. Тут типа эти уже тоже повторки. Вулканозавр второй. Одного дали за. Вот. Поэтому.
Рокочущий ящер, озорной охотник уже это. О, зеленая, золотая, синяя. Нормально. Ладно. Ну, заметь, все равно открывается очень плохо. 30 бустеров, ни одно еще. Открыл 18 бустеров. О, а где мой интернет? Привет. А что ты хотел? А, ты нажал. А, ну просто выгонуло. Я думал, это интернет не может открыть. Никита. Еще одна фиолетовая. О, это веселая карта. Это опять повторяется. Так садись с нами. Смотреть на бустер. Лазаруб, этот уже, я разогнался, считай, сколько у меня этих тротольских сборщиц. А Лазаруб это... Ну, такой специфический. Да, какой-то специфический. То есть это типа одинаковые, но это золотая. Этот у меня же тоже второй или третий. И этот я даже забыл считать. Это просто... Ну давай же, хоть одна легендарка с 30 бустеров должна упасть. Это... У меня белые уже, наверное, все есть. Ну хотя бы одна легендарочка. Или золотая фиолетовая. Еще один зеленый длинношеи. Господи, сколько... Я просто не буду даже распилять, просто чтобы посмотреть, сколько их у меня осталось. Потому что я... Стеногодон тоже. Адаптация, коварный птенец. Все эти у меня уже... Не хватает только канала. А тут пустишь? Да ты посмотри на это. Что за... Что это? Залез. Так они у меня. Ты знаешь, сколько у меня уже их? После, вот это я уже вообще боюсь считать. И эти. Никита. Блин, просто жесть. Такая жесть. О, фиолетовая. Темные видения. О, вот это топовая карта. Вот это хорошая карта. Третья хорошая карта. 30 бустеров. Ух, смотри, эстетический дракон, наносит 7 другим существам за 8 маны, 4-8, провокация, ну, может быть. Древняя длинношея, я стараюсь их уже не смотреть даже. Два бустера осталось, два. Понятно, хорошо. Ну, неплохой. Неплохой, но не идеальный, сейчас у меня есть план. Сейчас. Никита! Куда? Вот, надо сделать вот так это. Иди сюда, мама тебе. Надеюсь. Сюда вот сюда уже, ну ключик прицепить, иди сюда. Не сработало. На кухню. Ничего. Ну, пойди проверь. Все, короче. Да, а теперь надо открыть коллекцию и посмотреть, что у меня. Забери его и сейчас как-то. Что у меня здесь повторного? Повторного у меня здесь на... На 160 пыли. Это просто... Вот, Унгор. Смотрим, поскольку у меня их. 3, 5, 5. Класс! И всего 4 карты из... Из 10 новых у меня только 4, но зато их по 5 копий. Ага, нормально. Что у нас здесь? Тут тоже, у всех по 10 карт классов, правильно? У всех классов 10 новых карт. Вот. Из них у этого у меня, смотри, 6 копий самоцветного ары. Но, заметьте, их всего 10, у меня только 6. У Дрида у меня только 4, но тут 5 копий, 5 копий. Очень, главное, распределенность, знаешь, типа равномерность. У мага ни одной повторки класс. Тут... Ну, тоже почти без повторок. Ну, почти без повторок. О, у Приста, ого! Подожди, Приста я... У Приста ни одной повторки и 8 карт. То есть мне не пришло только 2 легендарки, правильно понимаю? Ну, да. Квест и существо. А так мне все пришли хотя бы в одной копии. Это... Приз нормально зашел. Уроги...
Две фиолетовых пришло, между прочим, три этих, три белых туда. Много чего не пришло. У шамана пять карт. Ни одной фиолетовой, этих три копии, понятно, проехали. У варлока у меня пришло всего четыре карты варлока. Еще вариора у меня мало. У меня тут... А не, хотя тут повторки есть. Но, короче, что с этого? Четыре копии этих, три этих, но... Этих элементарей у меня там такое, ладно. Но, лицентры места до стадиона будут гандлоуты на автобусе, как это Леднистер, Дегенерант, в субботу, то неделю, если закончим. Ничего интересного. Пять копий ракочущего ящера. Классно. Ну и тут этого зверя, понятно. Короче, еще плюс 160 пыли. Ладно, всем спасибо.